Привет, друзья! Здорово. Мы группа Штурм. Сегодня мы начинаем хроники нового альбома. Хотим сказать, что сейчас ведется полным ходом работа над новым альбомом. Готово уже три песни. Кстати, о новом альбоме скажи еще. Разыграно. О новом альбоме замолвите слово. Первую песню вы можете услышать в сегодняшнем выпуске нашей телепередачи новостей. Она называется «Спор с эхом». Не эхо, а эхом. Это очень важно. Потому что эхом склоняется. Она будет на русском языке и будет на английском. Наш уважаемый Артём, басист, он хочет, чтобы еще было на старом Дюшковском. Из последних новостей об альбоме скажут вам, ты говори, короче, о новом альбоме, что альбом будет там необычный, там все дела. Цветочки, бабочки. А что ты молчишь? Альбом, новый альбом. Не сказать. Наверняка кого-то из наших старых любителей, ну, шокирует, даже оттолкнет в каком-то плане сначала, потому что мы даже сами от себя такого не ожидали. Он может оказаться и интересным, и интересно. Песня очень будет интересна. Кстати, песня будет очень интересная. Там очень интересный сюжет. Не повторяемся, но сюжет. Довольно интересный. Лучше песни Штурм еще не играл. Интересно. И поэтому мы решили ее сыграть сегодня. В следующем выпуске мы, наверное, сыграем ее уже завтра с голосом. Там будет очень интересно. Голос тоже у нас такой. Есть одна хорошая новость. Всю братву с юга России ждем. И сестру. Ждем на нашем очередном фестивале, который называется Metal Storm. Это будет вторая часть фестиваля, где будут очень интересные группы со всей страны. Наша интересная песня. All the country. У нас будет новая программа, более расширенная, уже более изменённая. Вот, поэтому все ждем в марте на концерте, но об этом мы скажем чуть позже. А какого марта? Ну, я вас позже скажу. Какого марта? Какого марта тебе надо? Давай. Еще новости у нас были какие? Ну да, нет, новостей много, но мы их сразу, мы их дозируем. Да, а сегодня просто. У нас, кстати, очень важный момент. Вот об этом нельзя не сказать. Максим. О, это вообще. Максим купил телефон.
Ну, он, да, он стоит. Он нас морально подавил, у нас таких нет. 30 тысяч долларов. Евро. Евро-долларов. Да, евро-долларов. Он купил Джорджа Буша. И у Буша Джоша. Что? Не, серьезно, это очень хороший телефон. Там есть... Да, кстати, телефон отличный. Домики ломают. Можно звонить по нему. Можно... Берешь так, вот, к примеру, Макс звонит телефон. Да. Ладно. Или Макс играет в телефон. До следующего выпуска. Со штурмом. И штурм останется с вами. Да? Главное, не останьтесь без штурма. А то штурм останется без вас. Это опасно. Это очень опасно. Всем счастья, здоровья, желаю вам счастья, здоровья, здоровья. И сейчас я исполню песню «Черные глаза», умираю, мимаю, черные глаза, я только о тебе мечтаю, черные глаза. Ну все, ладно, счастливо. Ай-яй-яй, девчонки. Что? Что это? Это магнитная панорама какая-то. Да ладно, мы же оттуда встали. Ребята, это что, блядь, что за хуйня происходит?